если вас что-то не устраивает, вы обращаетесь в суд гражданских правовых форм. Так что... Ну вот, а вчера приезжал кто-то, проверял документы, когда забыл... А у кого мне документы проверить? Могу всех. Не-не, вот вчера... Вчера строители были, да, вчера были строители. Вы хотите сказать, что захват территории земельного участка, да, такая городская... имущество, которое находится в городском владении. Это гражданское право. Это гражданское право, это не уголовное, нет? А уголовное в чем? Самоуправство? 300, да, самоуправство. Статья? Как минимум. Ну, они-то как-то они пояснили, они это правильно? Нет, они никак не поясняли. Разрешения нет. Это понятно. Никто если никого не предупреждал. Ну, я могу прийти зафигачить забором Весливый берег и сказать, это мое. Мало того, они еще и двигали автомобили, которые стояли на ручном тормозе. Да, то есть они таким образом нанесли вред частному имуществу. Объявление писали по этому поводу? Не знаю. Не знаю, видите. Но свидетели этому имеются. Это хорошо, потому что... Сказать, есть можно, даже запись, что... могу предоставить. Вы заявление писали или нет? А я не собственник. Ну вот, надо, чтобы собственник писал заявление, проводил техническую экспертизу, повредили его в автомобиле, не повредили. И предъявил претензии к тому, кто это сделал.